Маленький пассажир, большая ответственность. Профилактическое мероприятие под таким символичным названием провели сотрудники областной госавтоинспекции совместно с представителями Национального центра правовой информации. Почему такое внимание именно малышам? Потому что нередки ситуации, когда травма ребенка стала результатом халатности родителей. А ведь дети – самое дорогое, что есть у взрослых. С начала текущего года с участием несовершеннолетних на территории Брестской области зарегистрировано 46 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 8 детей погибли и 45 несовершеннолетних получили травмы различных степени тяжести. В 22 случаях дети, пассажиры были травмированы в дорожно-транспортных происшествиях. Согласно законодательству, перевозка юных пассажиров должна осуществляться в специальном удерживающем кресле или бустере. Как показывает практика, это позволяет сохранить ребенку жизнь и не травмировать его в случае дорожно-транспортного происшествия. Стоит отметить, что у большинства остановленных водителей дети перевозили в соответствии с требованиями правил, за что бдительные родители и дети получили памятные подарки. Безопасность движения прежде всего. Я уверена, что он сидит плотно пристегнут. У меня спокойно еду, когда надо куда-то ехать. А так, безопасность, конечно, безопасность – это первое, что самое главное. А для второго уже приобретаете кресло? Есть, уже стоит дома. Уже ждет его, да, есть у нас, конечно. В том, что так делать нужно, не сомневаются и сами юные пассажиры. Что ты делаешь, вот, когда ты садишься в машину? Пристегиваюсь. А это уже твое место, которое тебе положено? Да. И ты так ездишь всегда? Ну да. Почему ты садишься и всегда пристегиваешься? Ты знаешь, для чего это? Для безопасности. Конечно, сказать о том, что все дети перевозились в транспортных средствах согласно законодательству, нельзя. Нарушителей ожидал штраф и беседа с сотрудником ГАИ. Но разве это должно быть стимулом для соблюдения правил перевозки детей? Садясь за руль и отправляясь в поездку, водитель обязан понимать и осознавать, что в первую очередь он несет ответственность за ребенка, и в случае трагедии винить придется только самого себя.